вами. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу поблагодарить виновников сегодняшнего торжества, юбиляров, ансамбль «Зартон», за их творчество, за их великолепное представление армянской культуры практически на всех мероприятиях. Мы очень гордимся, что в нашем городе столько замечательных, ярких, великолепных армянских коллективов, и всегда можем на них положиться. Вот от лица директора Дома национальности хотела бы зачитать благодарность ансамблю армянских традиционных танцев «Зартон» и его художественному руководителю Аваку Губаяну за яркое исполнительское мастерство, самобытный репертуар, бережное отношение к армянским культурам и традициям. Ваша деятельность повышает культурный потенциал нашего прекрасного города и великолепно представляет армянскую культуру и поддерживает имидж нашей прекрасной северной столицы, как мировую культуру. Большое вам спасибо. Спасибо огромное Дому национальности, комитету, который курирует межнациональные отношения. Ну а я от имени Церковного совета Армянской апостольской церкви в Санкт-Петербурге, от имени Совета национально-культурной автономии, ну и от себя лично, поздравляю с первым юбилеем ансамбль «Зартон», Авака поздравляю. Всех ребят я знаю уже много лет, они полны патриотизма, полны чистоты, полны готовности прославлять свою национальную культуру. Я хотел бы выразить огромную благодарность Габику Гинусяну, который вместе с группой музыкантов приехал поддержать наш любимый ансамбль. Я хотел поприветствовать Габика, потому что Габик многое делает для того, чтобы этнический армянский танец, музыка звучали в Армении, но не только в Армении, а во всем мире. Я бы хотел сказать, что у нас в городе, если я не ошибаюсь, 5-6 уже национальных наших армянских коллективов, и мы всех любим и всех считаем своими. У нас нет никакого деления на своих или не своих. Еще бы хотел сказать, что вот именно в эти минуты в президентской библиотеке начался концерт в памяти Дмитрия Хворостовского. Там играет наш молодежный симфонический оркестр. Я хочу, чтобы вы знали, что помимо национальных творческих коллективов, у нас в Армянской апостольской церкви, в нашей общине базируется молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, дирижирует сегодня Константин Арбелян. Но я не поехал туда, я приехал в Зартон к вам. Так что я искренне поздравляю вас. К сожалению, сегодня отец Повоз не смог прийти, потому что заболел и просто лежит. Он очень хотел, поэтому я и от него передаю наилучшие поздравления, искренние поздравления. Еще раз, ребята, поздравляю вас, а вам весь коллектив, Ганик, еще раз спасибо. Творите, живите, прославляйте нашу национальную культуру и пребывайте со Христом. Спасибо. Храни всех Христос.